Александр приветствует вас на официальной церемонии открытия 19-й международной выставки стеклопродукции, оборудования и технологий для обработки стекла «Мир стекла 2017». Наша самая большая признательность и благодарность в адрес 200 компаний из 20 стран мира, которые демонстрируют на этой выставке свою продукцию, свои технологии и ноу-хау. Прежде всего, от имени руководства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, позвольте вас поприветствовать как участников 19-й международной выставки «Мир стекла 2017» и пожелать успехов в проведении этой чрезвычайно важнейшей специализированной выставки, которая проходит у нас на площадке экспоцентра. Я два слова скажу о том, что выставка сопровождается очень интенсивной деловой программой. И главным событием деловой программы станет всероссийская конференция «Мир стекла 2017». В этот прекрасный день я еще раз хочу пожелать всем вам развития, благополучия, успеха и, конечно, дальнейших новых контрактов. Всего вам самого доброго. Спасибо. Мы решили в соцсетях провести конкурс фоторабот «Мой выставочный день». Хочу сказать большое спасибо экспоцентру. Все, что вы делаете, все эти выставки, я уже не первый год их посещаю, снимаю. И хочу сказать большое спасибо всем моим друзьям, которые за меня голосовали. Это, правда, очень большая для меня победа, можно сказать. Спасибо. Я объявляю 19-ю международную выставку «Мир стекла 2017» официально открытый.